Чё Райан сказал? Распаковка! Пойдем распакуем. Чё там распаковку? Давай сделаем. Чё тут? Фасоль запечённая. Бананчики. Нут без сахара. Салат-лист. Помидорчики. Сухарики. Свекла. Хлеб бездрожжевой. Картошка. И... ух ты, зелень, где так пахнет. Кошачий корм. И постный майонез. Можно в пост. Это значит, что у нас? Начался Великий пост. И мы постимся. Всех с праздником. Райан, у тебя с кофты сливается. Ты постишься? Чё делаешь? Ты чё делаешь? Ну-ка иди жалуйся. Чё делал? Иди сюда. Напугался. Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Валюй! Ну-ка жалуйся. А он чё делал? Ах ты, стукачок. Всем добрый вечер. Мы только приехали домой. Сработало. А вот у нас ужин. Картошка простая, отварная, свекла с майонезом постным. Я себе взял фасоль и нут. Приятного аппетита. Вот и все у нас на ужин. Каждый вечер он приходит, садится вон туда и сидит. Такое ощущение, что он батя наших кошек. Это соседский кот. Он очень на них похож. Либо они на него. Вот он приходит, на этом заборчике сидит. Бэтмен, блин. И не уходит никуда. В ошейнике, все дела. 9 вечера. Я нанесла тоник и крем. В честь поста. Ага. Что мы делаем вечером, Машуля? Что делаем? А, отправляем смс-ку со словом «добро». Отправили до слова «добро». На номер? На номер 5541. Стой. Здесь. Расфокус. Сейчас. Вот. 5541, смс-ку со словом «добро». И получаем в ответ... Что нам ответили? Спасибо за помощь детям Русфонда. Здоровья вам. Делайте добро. 75 рублей списывается баланс телефона. Помощь детям. Вот так вот. Смотрим на... Сосед Михаил Терентьевич каждый день отправляет. Да. Перед тем, как спать. Новый смотрим сериал. Как они там? Наследство, да, называется? Угу. Вот. Ну так, ничего.